Здравствуйте. Сегодня бы я хотел показать вам промышленную зону Мигдалемика. Я думаю, может быть, кому-то это будет интересно. Мигдалемик довольно небольшой город с 30 тысячами населения, но обладает мощным промышленным потенциалом и довольно большой развитой промышленной зоной. Сейчас перед вами, вот я сейчас снимаю, это предприятие называется Киелей. Киелей занимается производством электронных микроскопов. В принципе, очень неплохие условия обеспечивают своим работникам, и по оплате, и условия труда неплохие. Вот, это с правой стороны. С левой стороны находится предприятие, я, честно сказать, не знаю, как оно называется сейчас. Раньше оно называлось Пинуким, если не ошибаюсь. Здесь производят всякие вкусняшки, там шоколадки, напитки и прочее. Вот, сейчас мы поедем дальше. Здесь и с левой стороны мы увидим предприятие грязного обоя стекло. Так, немножко в сторону сдвину. Сейчас мы едем по промышленной зоне вечером. Так, решил после работы немножко прокатиться по промышленной зоне, снять небольшое видео. И сейчас вот с левой стороны мы видим предприятие Tower Semiconductor, которое занимается производством семикондукторов, полупроводников. Здесь мы видим здание первого фаба, и там дальше в продолжении есть здание второго фаба. Вот, это главный въезд. Ворота на въезде в Тауэр. Едем, здесь ворота на въезде в Киелей. Едем дальше. Это здание второго фаба, большого предприятия. Хорошие социальные условия, хорошая оплата труда. В принципе, можно рекомендовать для трудоустройства. Сейчас передо мной находится предприятие Flex. У него три здания. Предприятие занимается. Это мировая довольно крупная корпорация. Есть заводы по всему миру. Предприятие занимается производством различные электроники, начиная от бытовой, заканчивая медицинской продукцией. Вот сейчас, так как сегодня суббота, предприятие не работает, никого на работе нету. Три больших здания. Здесь стоянка Flextronics, тоже пустая, по причине выходного дня. Вот в этом здании, насколько я знаю, занимается производством медицинского оборудования. Это главный вход на Flextronics. Flex, вернее, Flextronics он назывался раньше, сейчас он называется Flex. В этом здании находится, честно сказать, не знаю, кто, всякие разные маленькие фирмы, ни разу там не был, в принципе, не знаю, честно скажу. Справа пластиковый завод, не знаю его название, производят всякую мелочь пластмассовую. Здесь идут с двух сторон два завода, производящих пластиковые изделия. Сейчас он называется Полимер Логистик. Это раз. И Стэнли 2. Тут завод производит какое-то оборудование. Честно, не знаю, что. Что-то с электроникой связанное. И тут дальше в продолжение есть пару фирм, занимающихся электротехнической продукцией. Так что промышленная зона довольно большая.
Если кто-то думает искать работу, то можно рекомендовать Мигдалемик. Здесь довольно много возможностей для специалистов, для разнопрофильных специалистов найти себе достойную работу. Вот это была новая промышленная зона Рамата Габриэль. Также в Мигдалемике есть старая промышленная зона. Там из крупных предприятий есть PCB Electronics. Тоже крупное предприятие, производящее печатные платы. Тоже, в принципе, неплохая работа и неплохо оплачиваемая. Надеюсь, кому-то информация окажется полезной. Всем до свидания.